не проверяют свои сыны Давид, и вы спрашиваете, а почему ты в королевской вечеринке? И сегодня мы будем вдохнать у вас, задавшись вопрос, а почему ты в королевской вечеринке? И возле этого гигантская квадрат циркула. А сегодняшний ролик будет о том, именно как забраться на этот огромный квадрат цикл. Видите вот этот... Видите присоску и видите вот этот плюсик. Он так буквально туда. Стрелка, стреляем и вот так делаем. Все, мы на квадроцикле. Оля. Вот не один свой раз были. Вот везунчик помочь. Где он тут пока? Вот какие-то что? Какие-то... можно погладить, какой-то пэт. Ладно, давайте будем медленно. Если вот такой камень, то он, кажется, ничего не делает. Смотрите, я могу спуститься и снова залезть. Я уже набрался опыта. Вот теперь стоим ровно вот на уровне этого стены. Целимся вот этим плюсиком. Вот сюда. Просто... Опа! Воля! Я не вижу, что сейчас такая музыка. Просто моя мама себе новые наушники купила на день награждения. А папа ее подарил держать. Опа, сколько тут присосок. Я эти все присоски возьму. Всю мою жизнь это присоски. Так, опа. И в этом видео я хочу вам показать, как по-настоящему драмить эту карту по крышам. Ну это ж просто. Нужно просто поискать ранец. Где тут продается ранец? Ну, в принципе, мне туда и надо. Идем вот как-то так. Вот наш ранец. Вырываем ранец. Так, берем присоски. Так, смотри, что. Мы добрались до города. Смотрите, во-первых, нам сейчас надо забраться. Сейчас мы все начинаем. 3, 2, 1. Чего уж начинается? Опа! Видите? Опа! Смотрите, идем вот сюда. Лайфхак, как перебраться просто на крышу. Вот что это за испытание на время? Скажите мне, пожалуйста. Блин, это лава. Опа. Да отказывал вообще работы. Опа. Так, пол это лава, пол это лава, ребят, не забываем, пол это лава. Блин, челлендж. Провалим. Ладно, снимаем. 3, 2, 1, 2.
Покинуть матч и попробовать выиграть в ранге на королевку битву, потому что значит хоть слишком расслабленный видосик в Fortnite. Кстати, у меня такой экран загрузки и вот такой чел. Так, пока посмотрим королевскую вечеринку. Так, да, где тут это, как вот? Вон, сыграем вот это. Командная подставка. Боёт радов, помню, сражение будем. Арену, одиночку, мало противостояние. Хорошо, 3, 2, 1, поехали. Мало противостояния. В игру ли я? Посмотрим. Ребят, я очень прошу, чтобы я сейчас лагала с камерой. Ждем битву Марвел. И думаю, все же не выпадет изначальная ситуация, что не Тони Старк. Я очень сильно это надеюсь. Нет, не выпал. Аук. Выпал сразу тим. Летим, получается, мы такие. Так, это зона, сейчас я лечу на одинокий островок. Смотрю сразу, где есть способность.
сразу взять, оседлать лодку, потому что лодка это самое главное. Так, бежим к лодке. Домик сразу валим.